Здарова, народ, с вами Кирилл Сакаст, добро пожаловать на канал CryptoGamers. В этом видео поговорим про сайт, который называется Loot Rush. С помощью этого сайта мы сможем брать в аренду NFT, либо если у нас есть какие-то NFT, которые мы не хотим продавать сейчас, но хотим получать с них профит, мы тоже можем закинуть на данный сайт, и игроки их будут брать в аренду, а мы с этого будем получать профит. И как раз таки в этом видео посмотрим, что это за такой сайт. Ну а перед началом, друзья, по традиции, лайк, подписка, любой комментарий для продвижения контента. Для начала давайте посмотрим основную концепцию данной платформы. То есть, если будем листать, тут большое количество разных проектов, игр. Некоторые из них актуальны, некоторые нет. Допустим, тот же самый Mirandus, то есть брать NFT-шки с этого проекта, смысла никакого не имеет на данном этапе, потому что нет никакого заработка, игра еще находится в тестах. Но другой разговор, допустим, если это годцы, то есть на них можно зарабатывать, тут показаны NFT, которые можно брать в аренду, показана цена, сколько это будет стоить в сутки, то есть видите 0.0.0.1, то есть за эту карту. Тут понятно, что есть легендарные карты, то есть можно будет подобрать там из новых сетов, из старых сетов, короче, какая нам будет нужна. Можно там сделать себе полноценную деку, либо какие-то деки проэкспериментировать. Также, видите, есть более ценные рубашки. И чуть-чуть, видите, цена побольше. Это что касается вообще задумки проекта. Если еще полистаем, вообще, да, многие там скажут, а какой смысл, допустим, брать тут, можно там с кем-то договариваться. Я просто приведу в пример проект Axie Infinity, где... Раньше это было прям супер актуально, школа ошиб-система, брали аккаунты в аренду, но некоторые арендодатели, они скамили людей. То есть они, получается, отдавали шкалеру, тот отыгрывал неделю, две, и когда он должен был получать свои SLP-шки, его просто блокировали, соответственно, кидали, и игрок не получал ничего. На этом сайте у вас есть гарантия. И также тут стоит добавить то, что не все проекты подходят под систему сдачи в аренду, как было Axie Infinity. То есть, когда ты просто даешь логин-пароль, твои данные безопасности, потому что шкаляр не мог ни продать, ни передать твои NFT, то есть он с ними ничего не мог сделать. А некоторые игры как раз таки под такую систему не подходят, там нужно будет отдавать уже полноценно кошелек. А это, соответственно, максимальные риски. И как раз таки сайт это гарант, потому что его поддержали крупные фонды, это Paradigm и A16Z, то есть эти фонды на слуху, если вот посмотрите, я думаю, ну многие из вас конечно знают, что это за фонды, их поддержали в 2022 году на 12 миллионов долларов, то есть это конечно супер круто, фонды просто так деньгами не раскидываются в какие-то ноунейм проекты. Если посмотрим на сайте, в каких играх потенциально можно будет заработать, какие я для себя отметил, то есть это League of Kingdoms, хоть я эту игру не люблю, но тут есть земли, есть драконы, то есть можно сделать себе аккаунт. Я бы на самом деле присмотрелся к Pixels, потому что после того, как они переехали на Ronin, у проекта появилось второе дыхание. Сейчас многие про него снимают ролики, показывают там профиты, но я, честно говоря, пока не разбирался. Земля тут довольно-таки уже ощутимо стоит, да, по меркам там годца, где там были 0.0.0.1, в сутки стоит 4,5 доллара. Многие, возможно, хотели купить себе такую землю, но нужно пощупать, протестировать. Можно, допустим, взять в аренду на один день. То есть взял, потестировал, если там игра понравилась, понимаю, что да, стоит сюда вкладывать, можно... брать, либо брать в аренду. То есть это, конечно, нужно будет уже полноценно разбираться. Есть хороший вариант, это Pirate Nation. То есть проект тоже, после того, как в него влили большое количество денег, стал на хайпе. Я, честно говоря, рассматривал параллель, потому что можно полностью собрать себе деку из NFT-карт и зарабатывать уже токены Prime. Но есть один такой большой нюанс. Это эфир. То есть на эфире брать пока вот такие проекты именно в большом количестве NFT, это супер невыгодно. Поэтому, друзья, не рекомендую. Может быть, вы напишите в комментариях, какие вы рассматриваете игры, на которых стоит зарабатывать. Естественно, все пишите в комментариях. Может быть, даже будет выгодно под ивенты брать там земли в сэндбоксе. Но это, естественно, нужно тестировать. Что касается возможности сдачи в аренду, допустим, NFT-шек, которые вам не нужны. То есть тут суперудобная система, показано количество NFT, которые вы сдали, сколько вы получаете с этого, а если NFT-шки ваши будут брать. То есть тут все максимально просто. Подключаете кошелек, дальше нажимаете лист,
выбираете любой проект, в котором вы хотите сдать в аренду NFT, допустим, это будет Godse. Нажимаем Godse, дальше он подгружает все NFT-карты, выбираем, которые мы хотим сдать, либо сдаем вообще все. То есть, допустим, я хочу сдать вот эту NFT. То есть, нажимаем, показана цена, которая есть, floor price, и дальше, которую мы можем поставить. Естественно, давайте подрегулируем. Поставил цену чуть ниже флора, для того, чтобы моя NFT была выше, соответственно, было больше шансов то, что ее заберут первый. И как раз таки тут показано то, что все NFT в безопасности, то есть их не смогут ни продать, ни разместить, ни обменять, то есть они полностью защищены. Дальше мы соглашаемся, и как раз таки вот показано листинг, он подключает, поскольку это Godse, Immutable X, и соответственно идет транзакция, в Immutable X, она бесплатная. То есть подключаем, подтверждаем, и идет листинг. То есть давайте confirm. То есть все подтвердили через Immutable X, через MetaMask. И дальше можно посмотреть то, что моя NFT, она появилась здесь. То есть ее можно будет уже спокойно арендовать. И дальше показана вот цена, сколько я получил профит, допустим, от NFT, который сдаю. То есть если есть какие-то NFT, которые вам не нужны, соответственно, можете спокойно закидывать на этот сайт. На этом, естественно, получать профит. А когда проекты будут больше на хайпе, и эта система аренды начнет иметь больший спрос, соответственно, NFT в таких хайповых проектах, они будут разлетаться просто как горячие пирожки. Я думаю, сами понимаете, вспомните опять те же самые Axie Infinity. Стоит еще добавить то, что любой новый пользователь, который зарегается по моей реферальной ссылке, получит на свой счет $5. Это позволит арендовать часть NFT вообще без вложений. Также будет еще giveaway на сумму от 50 до $200, будет рандомный победитель. Сумма зависит от количества аудитории, который зарегается. У сайта определенно большое будущее, потому что на бычке проекты будут давать хорошие доходы, и игроки будут искать NFT, на которых смогут зарабатывать. Это, конечно, формула будет работать как часы. Прошлую бычку кто застал, понимает, о чем я говорю. Напишите в комментариях вообще, что думаете по данной платформе. Будет интересно почитать. И, конечно, лайк, подписка, и всем удачи!